Люберецкие парки вновь открыты для посетителей. Правда, пока без аттракционов, игровых и спортивных площадок. Жители округа могут гулять без ограничений по времени и любоваться фонтанами, которые запустили в первый день лета. Наша съемочная группа побывала на открытии сезона. Синхронно и плавно, то ускоряясь, то замедляясь, будто вальсируя. После зимнего сна струи светодинамического фонтана снова взмыли ввысь. Торжественный старт летнему сезону 2020 дали в Центральном парке Люберец. Самый большой фонтан округа открыли в августе прошлого года. Сооружение диаметром 16 метров стало настоящим подарком для местных жителей. А его первый запуск собрал тысячи зрителей. Сейчас скопление даже самой маленькой компании на территории парков запрещено. Разрешаются прогулки и индивидуальные занятия спортом. По-прежнему действуют ограничения. Нельзя заходить на детские площадки массово собираться, на спортивных площадках собираться. Они пока временно закрыты. Гулять в парках можно без ограничений по времени, но в Московской области по-прежнему действует масочный режим. В общественных местах следует не забывать про средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Луиза Игязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.